Приветствую, друзья! И сегодня у нас с вами стартует один из самых масштабных конкурсов к 8 марта, поэтому, девочки, участвуйте скорее же. И у нас будет 8 призов, скажем так, 8 подарков, соответственно, 8 победителей. Также выбираться будут рандомно, и сейчас я расскажу о каждом призы отдельно, и разыгрываться они будут в том порядке, в котором я их буду показывать, и они здесь пронумерованы. Первый номер — это вот такое колечко дельфин. Оно маленькое, диаметр у него небольшой, возможно, что детское. Вот. Около 1,5 сантиметров, 1,7 может быть. Оно было в распаковке покупок с сайта намскидка.ру, поэтому, если интересно, пройдите к обзору и посмотрите. Второй номер — это колье ручной работы, вот такое романтичное, с разными бусинками, бантиками. Бусинки стеклянные, вот, и атласные ленточки. Оно довольно длинное, но его можно регулировать по своему усмотрению. Номер 3 падает. Это браслет, вот такой розовый, он разъемный, на пружине. Любезно предоставлен мне корпорацией, или, как сказать, магазином Lady Collection в качестве подарка, но это немножко не мой стиль, поэтому я решила его разыграть. Четвертый номер — это вот такие сережки бабочки. Бабочки с висюльками. Вот такие стразовые бабочки, и тут висят хвостики. Тоже немножко не в моем стиле, тоже предоставлены мне в качестве подарка магазином Lady Collection. Итак, пятое это кольцо с мелкими-мелкими камешками. Оно было в обзоре китайских покупок с сайта AliExpress. Шестое кольцо — это ручная работа. Все, что ручная работа, все делала я. Вот такое обычное кольцо, оно разъемное и может на любой палец подойти. Седьмое — это браслет из магазина Оги или Орджи, он на резинке. Вот такой вот разноцветный, красочный. И последнее, восьмое — это брошь фетровая, тоже ручная работа. Тоже мое творение. Тепленькая брошь с цветочком как раз к празднику. Ну и условия вы все знаете. Просто быть моим подписчиком, поставить лайк и оставить комментарии. Там участвую, хочу выиграть. Очень нравятся призы. Любой совершенно комментарий. И итоги я буду подводить в понедельник, ровно через 2 недели. Также, наверное, днем, потому что как-то по воскресеньям у меня не выходит подводить итоги. Все довольно просто. Участвуйте. Желаю всем удачи. Вот. Что еще? Участвовать может каждый житель России и наших стран СНГ. Желаю всем удачи, до новых встреч, до новых видео. Пока-пока!